Всем привет! Сегодня приготовим с вами куриную запеканку. Для начала нам нужно куриную грудку отварить и разделить на волокна. Смотрите, девочки, я в Инстаграме увидела вот такой вот лайфхак. С помощью миксера можно разделить куриную грудку на волокна. Самое главное, это берите чашку повыше, чтобы у вас все не разлетелось. Картошку нужно порезать соломкой. Я буду это делать с помощью вот такой вот терки. Мне очень легко и удобно. Правда, нужно быть очень осторожным. Смотрите. Лук режем полукольцами. Лук мы будем жарить на топленом масле до золотистого цвета. В картошке добавляем соль, черный перец. И по желанию молотый кориандр. Все это тщательно перемешиваем. Берем форму для запекания. Смазать ничем не нужно. Выкладываем картофель. Распределяем его. Поверх картошки выкладываем обжаренный лук. Следующий слой у нас идет куриная грудка, которую мы разделили на волокна. Далее у нас идет слой сыра. У меня сыр двух видов, моцарелла и голландский. А вы можете взять любой сыр твердых сортов, который хорошо плавится. Ну и последний слой у нас идет майонез. Берите сметаны, он намного вкуснее. Обильненько все это смазываем. Отправляем запеканку в разогретую духовку при 180 градусах 30-35 минут. Режим вверх-вниз. Наша запеканка готова. Такая вот ароматная, аппетитная она получается. Сейчас покажу вам в разрезе. Вот такая аппетитная запеканка у нас получается. Смотрите, какая нежная. Это очень вкусно, обязательно приготовьте. Всем приятного аппетита!